choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Adapare dorime, ameno, ameno, lantiremo. А, сначала Бог создал землю, увидел, что это хорошо, потом создал мужчину, увидел, что это очень хорошо, потом создал женщину, посмотрел на нее и подумал, вау. Ладно, накраситься. Не надо было это рассказывать. Полковник, да. Здесь веселее. Здесь я не могу даже с вами разговаривать с таким звонком. Званием таким. А потому что я трусил. У меня генерал армии. Генерал армия зовут вас? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. В одном лице. Жан-Клод Ван Дам, Терминатор. Родился я на другой планете. Я послушаю, просто я молчать буду. На другой планете. А живешь где? Живу. Это никого не волнует. А документы у вас есть, господин Ван Дам? А ты кто такой вообще? Удостоверяющий вашу личность. А ты кто такой? Есть у меня документы? Покажите, пожалуйста. Сейчас я покажу. Я тебе покажу на мои документы. С другой стороны. Что, Жаков там, да? Да. Красавец, вообще. Все, мы поняли. Да. Извините. Автограф пока из времени берите. Там еще есть еще, кстати, документы. А ВДВ? Верни сюда. Где служил? ДСБ и ВДВ это вон там. Не видно, что стройбат есть. Смотри, что, стройбат. Тебе бы на ту землю, ты бы просто повесился, его убили. Там один кибер. А за эти кибер. Вот зашел в дальняк в Железноводске. Вот такой дальнячок, тут толчок, все дела, вот бумага, не бумага, вот здесь полотенце, сушилка, мусорка и мойка. И вот тут одна такая интересная штука. Вот, вот так включается отсюда. Вот. И если вдруг надо где-то отмазаться, там нажимаем вот эту первую кнопку. Это в аэропорту якобы. Вот еще одна вторая кнопка есть. Вот такая вот тема. Если кому надо отмазаться, заходите вот на такой дальняк. Thank you.
А сейчас новость для любителей бурно проводить выходные. Ученые университета Восточной Англии выяснили, что с алкоголем не стоит резко разрывать отношения. Это может негативно отразиться на здоровье. У алкоголя есть две составляющие. Есть физиологическая составляющая и есть психосоциальная зависимость. Очень часто люди ищут спасение, в том числе от своих ежедневных проблем бытовых. Если человек больной, по какой-либо причине себе отказывает в употреблении алкоголя, то у него должна быть адекватная психоэмоциональная разгрузка. Ученые сообщают, что 2/3 бывших алкоголиков, полностью отказавшихся от спиртного, умирают раньше 65 лет. Эксперты также отмечают, что им не удалось проследить влияние таких факторов, как, например, занятие спортом на продолжительность жизни после резкого отказа от спиртного.